В Восточно-Казахстанском многопрофильном колледже состоялся региональный чемпионат профессионального мастерства AgroSkills ШХС-2024. Здесь собрались талантливые молодые специалисты, чтобы продемонстрировать свои умения в нескольких компетенциях – агрономия, ремонт и обслуживание сельскохозяйственных машин, ветеринария. Основная задача чемпионата – повышение престижа рабочих специальностей. Мероприятие направлено на формирование кадрового потенциала, соответствующего текущим требованиям рыночной экономики. В качестве экспертов для объективной оценки умений и навыков участников были приглашены выдающиеся представители отраслевых предприятий и опытные преподаватели профильных дисциплин. Соревнования собрали конкурсантов из всех уголков Восточно-Казахстанской области. Этот чемпионат и AgroSkills дает хорошие возможности для изучения новой информации, нового опыта, так как мы передаем друг другу опыт, новые знания. Соревнования, которые продлятся в течение 3 дней, станут испытанием мастерства и профессионализма для участников. Победители получат ценную возможность представить свой регион на республиканском уровне на чемпионате WorldSkills Казахстан 2024, который состоится в столице в ноябре текущего года. В Восточно-Казахстанской области требуются специалисты в области ветеринарии. Результаты проводимой работы очень высоки. Именно поэтому конкурс профессионального мастерства очень важен. Он дает возможность молодым людям повысить свою квалификацию, поделиться достижениями. В колледже студентам предоставлены все условия для комфортного обучения и проживания. Расположенные в непосредственной близости от учебного заведения, общежитие и столовые значительно упрощают быт студентов, позволяя им сосредоточиться на получении знаний. Кроме того, колледж поддерживает своих обучающихся финансово, выплачивая стипендию. В учебной базе проходит у нас ветеринария и механизация в данный момент. И в этом году мы еще 4 специальности. Это автомобильное дело, это сварочное дело, это лесное хозяйство и программное обеспечение. Благодаря многолетнему опыту Восточно-Казахстанский многопрофильный колледж зарекомендовал себя как учебное заведение, выполняющее роль кузницы кадров. Здесь готовят высококвалифицированных специалистов, которые пользуются стабильным спросом на рынке труда. Образовательная программа, сочетающая теоретические знания и практические навыки, обеспечивает выпускникам прочную основу для успешной профессиональной деятельности.